Здравствуйте, меня зовут Андрей, компания Next Hi-Fi. Я рад представить вам чудесные виниловые проигрыватели компании Soul Lines, сербского производителя. Называются они, в данном случае мы видим Кубрик, здесь у нас Гермес, далее новый совершенно продукт, уникальный Элгар, только-только собранный, только-только, можно сказать, с конвейера. Аппарат очень интересный, своими чудесными характеристиками. И внизу мы видим аппарат, который называется Достоевский. Здесь может быть установлен любой практически тонарм, и рега, и джелка, и СМЕ. Как говорит Игорь Глигоров, ему в принципе не важно, какой будет тонар. Главное — это стол. Насколько качественен стол, настолько качественен и проигрывающий аппарат. Мы запускаем данную вертушку Кубрик. Кстати говоря, названную в честь режиссера Стэнли Кубрика, который создал такой интересный фильм, как «Чужие», такой космический несколько вариант. На данном аппарате используется тонарм достаточно известной компании «Джелка» японского производства. Мы, в свою очередь, представляем компанию «Тонар». Это компания, которая, если вы посмотрите вот наверх, будет понятно, что это голландская компания, которая производит достаточно большой ассортимент всяческих сопутствующих аксессуаров для винила. В данном случае у нас применена, стоит на этом топовом аппарате, стоит головка фирмы Vandenhall. Это наш основной бренд, мы его очень любим. Он нам очень нравится. И AJ York Vandenhall действительно делает очень качественные вещи. Причем делает их вручную у себя в Голландии. В своей домашней обстановке. Это важно, потому что это не на предприятии происходит. Не основном предприятии, где производится кабель. Звуковые воспроизводящие головки Vandenhall. Это продукт, который гарантированно качественное, звучит здорово, играет, и это аудиофильная продукция.